8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Важно провести его всей семьей в заботе и любви. А что значит любовь? Давайте узнаем у воронежцев. Что значит для вас вот любовь? Взаимопонимание, взаимоуважение. А для вас? Честность, порядочность, доверие. Любовь – это когда интересы человека ставишь превыше своих. Любовь есть, вот, и нужно любить. А если не любить, то не будет радости в жизни. Что значит для вас любовь? Искренние отношения с двух сторон, то есть взаимоотношения, главное, что были. Не игра в одни ворота. Да, это вот самое главное. Да. Вы верите в любовь? Да, верю в целом. Это хорошая штука. Что для вас значит любовь? Это дружба, дополненная чем-то еще, такая расширенная версия дружбы. Любовь – это когда ты хочешь возвращаться к этому человеку снова, снова и снова, и он у тебя в мыслях в любую, не минуту, но часто. Что значит для вас любовь? Любовь и есть жизнь, мне кажется. Любовь и есть Бог. В это и верю. Что для вас значит любовь? Смысл жизни. А еще какие-то чувства вот проявляются, когда вы любите человека? Ну, конечно. Одним словом, любовь.